здравствуйте. Я физиолог, поэтому в основном сегодня буду говорить про вещи, связанные непосредственно с физиологическими аспектами этого вопроса, но чуть-чуть каких-то других вопросов тоже коснусь, но они, конечно, более сложные, и это мы чуть подробнее обсудим уже ближе к концу, как бы как к этому правильно всему можно относиться. Хочу начать это, как бы этот рассказ с небольшой такой, с небольшого лирического отступления, с небольшой истории, которая заключается в том, что вот за время обучения в университете главная мысль, которую, в общем, любой биолог в себя впитывает, это то, что многообразие жизни очень велико, и, в принципе, бывает вот все, что угодно вы можете себе представить. Скорее всего, в природе какая-то подобная штуковина есть, и даже если вам кажется, что ее нет, наверняка мы ее потом найдем. Это действительно все очень сложно, очень разнообразно, и никаких жестких и строгих правил здесь дать практически никогда невозможно. Приведу конкретный пример, который прямо с первого курса нас как бы вот немножко так приземлил. В школе все, в общем, хорошо выучивают обычно, да, еще даже до школы, люди, значит, начинают осознавать, что есть животные, есть растения, что это деление очень четкое, что это деление совершенно такое понятное, что ничего общего между ними таком на глобальном уровне видимом нет, и что никаких явных пересечений между животными и растениями нет. Вы приходите с этим знанием обычно в университет, и, значит, на первом же курсе, в курсе зоологии беспозвоночных, вам обычно рассказывают про следующее существо. Это моллюск. Называется он Элизия хлоротика. Водится он вдоль, значит, Атлантического побережья Северной Америки. И там он, значит, живет следующим образом. В первые несколько месяцев своей жизни, пока он личинка, он активно питается водорослями, которые есть вокруг. Пока он питается этими водорослями, он их съедает, но съедает не полностью. Те части растительных клеток, которые, собственно, обеспечивают растению возможность питаться при помощи солнца, он не переваривает, он встраивает ее в свои собственные клетки и становится ползающим листком, и всю оставшуюся жизнь, еще как минимум год, он ползает и фотосинтезирует практически как растение. Да? Мы знаем, что он животное, но, в общем, как бы описать, что он животное, не зная историю его развития, было бы довольно трудно. И то, о чем мы будем говорить сегодня, оно немножко напоминает вот эту историю, да, то простое бинарное деление на мальчиков и девочек, к которому все привыкли, оно с точки зрения физиологии, уже всем хорошо известно, что с точки зрения психологии оно не такое, но даже с точки зрения физиологии это деление непростое и не бинарное. Значит, еще одно лирическое отступление. Как это вообще в животном мире бывает, да? Как проблема полов решена в животном мире? В принципе, известно, что все животные абсолютно связаны, имеют половое размножение, это очень полезная для них штука, полезная, потому что позволяет комбинировать свойства родителей для того, чтобы получать новые варианты потомства. Это становится очень важно, когда условия среды вокруг живых существ меняются, хотя у этого есть и свои минусы. И, в общем, более-менее известно, что обычно полов два, и мы с вами привыкли, что эти два пола обычно друг от друга отличаются. Да? У людей это хорошо заметная вещь. Известно, что мальчики отличаются от девочек, отличаются внешне, отличаются по поведению. Такое свойство, да, отличие, соответственно, одного пола от другого в биологии называется половой диморфизм. Да? И это очень распространенное явление, распространенное, конечно же, не только у человека, распространенное у большого количества животных. Примеры, в общем, вы наверняка знаете. Опять же, эти различия могут быть физиологически заметные, да, эти различия могут касаться поведения, бывают совершенно причудливые формы, да, когда самцы от самок отличаются очень сильно, как в случае с, соответственно, павлинами, например, да, или там с некоторыми видами лягушек, или вообще у некоторых животных иногда раньше, там, до 20 века, самцов и самок просто, в принципе, принимали за разные виды. Такие случаи, в принципе, возможны, но наверное, для вас тоже не секрет, что это не универсалия, что половой диморфизм встречается не у всех животных, что есть много разных видов животных, у которых, соответственно, это будет не половой диморфизм, у которых мальчики от девочек отличаться физиологически друг от друга будут, у которых внутренние органы будут устроены по-разному, но внешних отличий или даже обычно поведенческих отличий может быть совершенно незаметно.
Ну, например, у пингвинов, да, у них никаких внешних, у большинства видов пингвинов, у них никаких внешних видимых различий незаметно, различия в поведении у них тоже незаметны, у них высиживают яйца и самки по очереди, в общем, совершенно такая абсолютно равная история. Таких животных, в принципе, много, часто это бывают птицы, но, конечно, не только птицы. У млекопитающих в основном половой диморфизм, ну, у млекопитающих, к которым относимся мы с вами, в основном половой диморфизм ярко выражен, но, опять же, даже деление на два пола, это тоже, как выясняется, не универсалия. Да? Если два пола есть, два варианта понятных, либо похожи, либо не похожи, но не всегда даже есть два пола. И примеры животных, у которых не два пола, а какое-то другое количество, вам, возможно, тоже еще со школы знакомы и известны. Значит, один из моих любимых примеров — это обыкновенные виноградные улитки. Виноградные улитки, у них нет ни мальчиков, ни девочек. Они одновременно являются и мальчиками, и девочками. Это называется гермафродитизм. Обычно гермафродитизм развит у тех животных, которые встречаются друг с другом довольно редко. Вообще говоря, это не очень удобная история одновременно производить и мужские, и женские половые клетки, но если животные видят друг друга чрезвычайно редко, то на всякий случай оказывается, что гермафродитизм выгоден, потому что в такой ситуации, если они все-таки встретились, вероятность, что они смогут друг друга оплодотворить, повышается. Да, соответственно, если бы у них было два разных пола, они там два раза в жизни встречали друг друга, оба раза как бы встречали друг друга особи одного и того же пола, было бы довольно обидно, и как бы они бы, скорее всего, не выжили. Кроме виноградных улиток, это кто еще могут быть? Дождевые черви, например. Ну, в общем, некоторые виды беспозвоночных животных, они действительно обладают гермафродитизмом. У виноградных улиток, кстати, любопытно, что и у многих других видов, у них специально продуманы системы, которые не позволяют животным оплодотворять самих себя. Да? У виноградных улиток это решается тем, что им для оплодотворения необходима дополнительная стимуляция, и у них есть совершенно замечательный орган, который называется мешок любовных стрел, и значит они этими стрелами друг друга покалывают немножко, когда встречаются, для того, чтобы стимулировать, и без этой стимуляции ничего не происходит. Вот такая как бы романтичная история. Но на самом деле как бы два пола и один пол — это тоже не все возможные варианты. Ну, есть бесполовые организмы, мы про них не говорим, да? но и это не предел, потому что существуют всякие одноклеточные существа, у которых полов может быть не один, и не два, и даже не три, а десятки, в некоторых случаях тысячи, но обычно устроены эти организмы сложнее, и у них все отличия сводятся к тому, что они выделяют разные как бы сигнальные вещества, которые попарно могут друг друга узнавать. Значит, вот это, например, инфузория туфелька, которую тоже вы со школы, возможно, помните. У нее что-то около, кажется, 16 вариантов спаривания, и они попарно друг с другом как-то сочетаются. Это, на самом деле, тоже в каком-то смысле увеличивает вероятность того, что когда они встретятся друг с другом, получатся разнообразные варианты. Не все со всеми граничат, но всегда для акта оплодотворения нужно два организма. То есть они вот больше, чем по трое, они все равно не собираются, даже если этих полов много. У грибов, которые, в общем, тоже размножаются половым способом, бывают, вот как раз у них бывают варианты там, до 10 тысяч разнообразных типов спаривания, но это тоже связано с молекулярными процессами, а невидимыми физиологическими. Но у нас, как мы знаем, все четко, у нас пола два, мы легко их друг от друга отличаем, естественно. Вот. Или, как сейчас выясняется, не очень естественно мы их друг от друга отличаем. Иногда эти отличия, как мы сейчас начинаем видеть, кажутся не столь заметными, да, кажутся, могут в конкретной ситуации казаться, что действительно это все просто, понятно, мальчики легко отличаются от девочек, но в реальной жизни, как мы с вами знаем, это не так. Откуда берутся эти различия, да? Как эти различия закладываются, что происходит в организме, когда формируется мальчик или когда формируется девочка? Опять же, в животном мире, в принципе, эта ситуация может быть решена тремя принципиальными способами, да? Три принципиальных способа следующие. Это может определяться генами, точнее, ну я бы сказал, основными тремя способами. Это может определяться средой, можно предположить, что это может определяться индивидуальным выбором, ну и разнообразными взаимодействиями вот этих систем. И, опять же, в природе мы встречаем любые возможные варианты. Мы про себя
в общем, хорошо знаем, мы привыкли думать, что у нас пол определяется в момент рождения и зависит от генов, мы про это будем говорить еще подробнее. Но опять же, это не универсалия, потому что у рептилий, например, пол определяется температурой, при которой, значит, формируется зародыш в яйце, и при одних вариантах температуры это будут мальчики, при других вариантах температуры это будут девочки, вплоть до того, что в одной и той же кладке, где будут мальчики, а где девочки, определяется местом яйца в кладке. Да, потому что в центре они будут сильнее согревать друг друга, по краям они меньше будут согревать друг друга, и в результате температура будет разная, и как бы потомство будет, ну, пол потомства будет зависеть от места его вкладки. Такая ситуация работает, этот прием работает для разнообразных рептилий, для крокодилов, для черепах, в общем, для змей, для многих там есть некоторые разные варианты. У некоторых это как бы при одном оптимуме температуры это, соответственно, мальчики, а если это выходит за оптимум, это девочки. Там бывают другие варианты, когда это просто чем теплее, там, тем больше вероятность. В общем, разные возможные случаи. И кажется, с одной стороны, когда об этом подумаешь, что кошмар, глобальное потепление заставит там бедных крокодилов вымереть или бедных черепах, но нужно учитывать, когда, если вы вдруг об этом думаете, если вы об этом задумались сейчас, что крокодилам около 250 миллионов лет, они пережили уже намного больше смен климата, чем мы можем себе в принципе представить, и как-то не вымерли за все это время, возможно, они справятся и как бы с тем, что происходит сейчас. Вот, температура — это интересно, в данном случае не гены, а внешняя среда определяет, какой пол будет, соответственно, у потомков. Но бывают другие варианты. Да? Внешняя среда может включаться на разных этапах развития. Мы обычно привыкли думать, что пол — это нечто в животном мире, по крайней мере, даденное на всю жизнь. Это то, что, как бы, вот, ну уж начиная с какого-то момента, точно определилось. Что не совсем так? Да? Не совсем так — это у рыб. Да, например, у рыбок-клоунов, которые всем хорошо знакомы по мультику «В поисках Немо», например, или по той его части второй, которая вышла недавно. У рыбок-клоунов тоже в каком-то смысле развит гермафродитизм, но он такой последовательный. То есть пока они маленькие, пока они юркие, ловкие, значит, умелые, они являются мальчиками. По мере их роста они взрослеют, набираются опыта, матереют, становятся больше, и через какое-то время они становятся девочками. Да? В течение жизни это происходит, поэтому если вы вдруг задумывались над тем, как бы, что должно происходить с героем мультика в течение жизни, он должен действительно сильно меняться, и ко второй части должен измениться уже, по идее, ну прям совсем. Да? Он должен был, и как и папа его, собственно, да, должен был превратиться из папы в какой-то момент в маму. Вот. И здесь это связано с возрастом и размером. Но это опять же, ну как бы возраст и размер — это не самое извращенное, что бывает в природе, потому что это может зависеть от социальных каких-нибудь стимулов. Есть рыбы, которые меняют пол в зависимости от того, что происходит вокруг них. Ну вот, например, есть рыбы, у которых в косяке обычно, соответственно, есть мальчики, мальчик, есть девочки, вот, и, соответственно, если мальчик погибает, то самая крупная девочка становится мальчиком, да. Там есть некоторые промежуточные варианты того, как это может быть устроено, и там довольно хитрые взаимоотношения, но примерно это сводится к этой истории, причем изменения поведения у этих рыб наступают в считанные буквально там минуты, да, после того, как это произошло, и около недели всего лишь требуется для того, чтобы полностью перестроились половые железы, для того, чтобы производить вместо одних другой тип клеток. У рыб это возможно, потому что, в принципе, половые железы у них отличаются друг от друга не очень сильно, и половые клетки тоже отличаются друг от друга не столь сильно, как они отличаются у нас с вами. Да? Такое, в принципе, в природе тоже существует. Так что многообразие действительно велико, и поэтому, как бы, видя картину целиком, как-то легче осознавать, что у нас все тоже не бинарно, что у нас все тоже сложно, и что у нас варианты того, как это должно происходить, могут быть хитрыми. Значит, насколько хитрыми? Да? Вот теперь все-таки переходим снова к человеку. Как, опять же, я надеюсь, вы помните из школьной биологии, признаки у человека определяются хромосомами. На этих хромосомах находятся гены. Это кусочки хромосом, в которых закодированы последовательности, которые позволяют производить разнообразные белки. Эти белки управляют деятельностью наших клеток. Клетки управляют, значит, клетки собираются в какие-то там более сложные ткани. Эти более сложные ткани собираются в органы. Органы собираются в систему органов, которые как-то друг с другом взаимодействуют. И в итоге получается сложный организм.